Понял, это он у тебя спецом взял. Не, в принципе, мы не вешали кеды особо таким топовым чаром. Да? В смысле, а да, я не топовый? Да, топовый есть, Эрдрус у меня топовый. 10 кпс. Чё, кто-то на анбаф придёт завтра, если он будет? Да. Ну, я приду. Сколько? 18.00 или 19.00? 17.00. Я на рыбалку вижу. Блин, не знаю. Я бы пришёл. Я бы за Эрдру пошёл. Уже какой? 19-й анбаф? Да, вроде как. 19-й или был, значит 20-й был, не помню, я подписывал там уже. Дайте патина. Нету прав. Стойте тут все. Пайролит не будешь, Олег? Или нет? Да, я могу пайролит, не все равно. Мне нужна помощь. Не натупите с тем анбафом, чтобы взять сразу нормальный типов, а не чтобы как-то раз 8 человек менять. Ну так, а при онлайне 31 можно кого-то взять? Как ты считаешь? Лучше не собирать тогда, потому что, ну, какой бы скилл у меня был для лича, но не шмол. Вот он только предусмотрен. Ладно, тогда пускай будет так. Для клича можно оставить, если не получится убить, в чем проблема? Не, я так не делаю. Ну, в смысле, надо бить на следующий день, собрать нормальный рейд. Клича надо хотя бы рейд 6.3 плюс, чтобы его убить. Он дамаги занес. Кто-то в беседе скидывал фотку, это типа современное общество. Давать советы, критиковать, большие очереди делать что-то. Никого. Ну, в жизни, правда? Вот так вот про Джерриана сейчас. Великий Иван скидывал эту фото. Не, ну, сейчас мы, смотри, мы на прошлых анбафах так не станили Вальки, да? Я не помню. Да станем. Не, станем с психом тоже так же. Не, а там изи, все ретрики делают все спек с этим станом качественным. Да, все тоже станет. Не обязательно. Зачем? Не, херня, я имею в виду, после психа я собирал анбаф, по-моему, мы не станем так Вальки. Нет, тоже всех станем. И рогу, кота на каждую волну назначаешь. Просто ретрику, да, ретрику это затратно по плане ДПС, он теряет много. Мапнутую печать. Или мишку. А взять. Кот рога, то есть кот рога, они ничего не теряют и так же станет. Так зачем рейтриков что-то занапрягать? Жесть, да? Мне сказали, что... Это было получается... 2 трая на личе. 2 трая на личе и по 3 раза лука хватало. Мне сказали, что в волчате убили анбаф с мишкой МТ. Ты рад за них. Так что это реально, это круто. Тебя тут бьет по 64 куска, блять, на анбафе тебя сложит. Кстати, на анбафе мишка выгоднее будет из-за ДПСа. Да. Так как там ДПС критично нужен, то мишка как раз... ДПС критично нужен на валях, а не на переводке лича. Ну а так и медведь как раз и вали будет нормально клевать. Ну не войд. Ебать, лол. Ну КД все. Виталий, иди в жопу, блядь. Блядь, кстати, да, мишка дамажит больше, еще может станить. Ну войд ни разу валю не переключился, кого он там надамажил? Если он валю переключится, его лич в спину бьет. Вы видели? Вот, давай, если я тебе скину видео, где я переключился, ты мне косарь голды. И там, где тебя лич в спину не бьет? Не бьет, конечно. Лол, блядь. Я же его веду с вами, с Вальками. Ничего не видел? Че ты, блядь, в небо косарь голды. Это ценный спор. Да он в небо смотрит, блядь. Потом говорит, воет, блядь. Ты про то, что воет, типа, быстро ведет его?
Он не, просто он... убегает еще, когда личка стоит духов далеко, и лич потом это, блядь, бежит. Это не про это мы говорили, это Нурексис написал, а я ему ответил, что ну при нашем ГСе, блядь, я так позволил себе делать. Блядь, так что... У нас мало котов для РС. На анбафе можно вести нормально, чтобы милики реально дамаг не теряли. Мало БДК. Попало как-то много стало. О, Эника. Это пал, я и забыл. Надо добавить ее в список. Кто у нас из котов играет? Я. Я записал тебя. Он сказал я или мяу? Мяу. Короче, у нас волейпалов штук 10 набирается на РС-очке. Это люди, которые играют волейпалами. То есть... На не волноваться. А котов всего 4 штуки. Войд, Джерион, Applebox и все. Есть это, мы же писали там в беседке, типа без кота спокойно можно убить. Не, можно, можно рогу вместо кота взять. Они, да. Ну, рога чуть меньше дает, но думаю нормально будет. Или АДК второго. Но рога еще плюсы напулит. Можно взять нормального АДК. Ну, АДК, да, АДК, если брать, то нужно АДК, который ну, реально понимает ФРС, потому что ну, сложно за АДК ФРС. Какого-то, ну, слабого игрока за АДК нет смысла брать ВС. А, бля, я не могу чекнуть даже. А, сорян, ща передам. Значит, что забыл. Так это 5.9, да? Ну, ТП 5.9. Нормально. Это маленький дамаг по трэшу будет. Бля, дай кулаки. Как-то Виталий не мешало его. Сколько он там? 5.3 давал? 14. Там просто нужно понимать, как на всех мобов развесить, когда лужу развить. Когда все. Гаргу вызвать. Вроде да раздали кулаки. Не тянут. Не дали кулаки. Варам кулаки. Варам. Я пока тупил, чё я бафлю? Раздай кулаки варам пока. Да, там сегодня сервер закроют, да? Ну там писал. 27-го, да. 6 минут, подожди. Смотрим. У нас тут типка уже закрыли сервер. Тогда тоже. Так это у вас нет, по серверу ему закрывают. А Бабл не снимает огненную метку. А, кстати, сейчас Болтар же ходит, да, во время каста? Да. Да, он какой-то кривой. Это визуальный баг. Бля, Войд, пойди потанчи сейчас, почувствовать визуальный баг. Не, ну он и должен как бы ходить. Голос на кулер. Просто в фиксах не было. Да это баг визуальный. Голос на кулер, похож. Да, это смешно было сейчас, был типа, фраза. Будет потанчи. Не, я его танчил в обычке за ДК, он ходит, бьет тебе ебало вертухой. Танчил за попало сегодня балы вертуху дает. И никто не упал, блядь. Почему? Потому что я восхилил, наверное, блядь. Виталик 25 сантиметров написан. Это не мой ник. Так. Макгрегор босса. Гил первую копию, Ника вторую. Нали. Гуляйте, босса. О, Макгрегор, ты танчил свет уже? Я.
Самое время попробовать. Ты сможешь агрить и босса, и одновременно голема большого? Наверное. Нет. Наверное. Нет? Да. Или да? Можно поэкспериментировать. Да, сейчас не поздно, в принципе. Ладно. Кажется, будет что-нибудь сейчас кинул. ТП, а ты скоро будешь танчить РС? Ну, нормально могу потанчить. А Геру тогда? Да я не шарю. Да там не сложно. Походу да. Давайте сейчас Сакру дам. Дал Сакру. Далеко отошел Макгрегор, не могу достать, как дохнет. На, я достану. Или Анику Гелда. Я же говорю, визуальный баг. Не, он двигается, но просто он вырастает и можно отойти от РНЖ каста. Здесь произошли страшные события. Короче, он ходит, но не достает все равно, не достает все равно пути. Ну это либо визуальный баг, либо что-то другое. Либо чё, блядь, у него типа каст маленького босса, блядь, а фрейм большой, что ли? Да-да-да, то есть ты подходишь на максимальную дистанцию, и он крутит вихрь и не достает до тебя. Мы даже не успели понять, что происходит. Значит, раньше вихрь уменьшили, просто вот. Силы были неравные. Не, ну так и раньше было. Всегда. Да не так было. Да, было. Ну, когда вырастал... Ты если начнёт ещё отходить... Ладно. А зачем тебе антифир? Ну, хочешь. Смотри, ты во время каста антифира можешь подальше отбежать, прожать правосудие на босса. Ну, тебе... смотри, не отбежал, видишь, пока тебя слушал. Пока фир юзается, ты прожимаешь правосудие, забегаешь обратно, по домам и ничего не теряешь. Это если правосудие обкалится в этот момент. Я сейчас на скиллы смотрю, потому что забыл, как они называются. Ты мне за правосудие говоришь оббегать. Виталик, а ты видишь диван на БТК, да, да? Ты говорил в прошлый раз на БТК диван был. Это ведь ты был? Я помню, как Боб кидал. Это да, конечно. На какого БТК? Не в прошлый раз, когда давно полипало. Не, ну как бы я и диван тоже кидал. Диван не помню. Ну это, ну как бы я всеми силами спасал просто танка. Вот моя цель вот выполнена. Танк выжил. Так что, Макгрегор свет танчит? Не, пускай под тему потанчит. Макгрегор. Гел. Что ты держишь? Тему Макгрегор ты танчишь, тему гел свет, Эника трэш. Мисао, бананова, секьюрити, тьму хилят. Мисао, диспелишь во тьме. Цвету, алипич, диспелит. Четвертая пати остается добивать гелемов, чек на пул. Рыбка стоит вот. Забафайте, пожалуйста. Кто свет хилит? Мага. Только Саку ренюал. Кто диспелит? Алипич, свет, тьма, Мисао. Лапу приставал. Интересно. А есть фласка у кого? На ап.
Готов. Можно еще? Олег, крест. Чек на пол. Спасибо. Зайдите все за линию. Акр готов? Да. Все, мы Грегор, начинай. Бежали. Сколько еще таких героев? ТП, ты тут? Хуйня, ТП. ТП. Злая метка. ТП, отзовись. Ладно, он вылетел, походу. Он просто не палится. Ну ладно, все равно будет ТП, если упадем. У него ник ТП, куда не палится. Встали в квадрат, побежали. Ну ладно, он вылетел реально. Так, уже в рейде, встали в квадрат. Вот бист метка. Так, прожмись, Макгрегор. Подожди, не заходи. Я зашел. Крик. Прожмись, крик, заходите. Там видишь, что лужа? Хилы могли не добежать. Кидайте бедман жертвенности. Сейчас кину сакру. Ни в чем метку назад. Сакры, мастер аур. Респаунд метку назад. Заходить. Нет, еще 300 тысяч не добили. Вот мизантроп зашел. Молодец. Зал 4 топати остается добивать Галима. Когда скажите, когда заходить? Куда зайти? Сейчас лезвие. Лезвие еще. О, у меня же Валами. Заходи. Разжила метку назад. Не сам был. Свет, выходим. Кто-то бьет синий жаре. Так, встали в квадрат. СС на меня. Так, если что, прожмись на мне метка. Так, встали в холли пала. Сейчас будет метеор. Бежали метеор. Уже в рейде, отошли в квадрат. Во тьме дали рост. Нет. Зарил Прида, ты выйдешь? Где диспел, блядь? Могу, должен сам себя диспелить. Свет бейте, только трэш. Большого голема добейте. И разметка. Стали в квадрат опять. Бежали метеор. РТД большого голема сыграли, а мелики мелкий трэш.
Бля, забирайте трэш с меня. Тупо бегаю 10 метров. Метка. Инер и Фокасаку залили. Манелтер, выноси метку. Прибежали на танке Метеор, Эника, прожми Сакру, сейчас дай каплю на Гелда. Каплю на Гелда, Месау, метка. Все большого голема сыграли, Лизнит, это метка. Альпи, давай. Ставь. Веди Эника. Тебе можно падать. Ты не отводишь трэш, мы падаем из этого. Ты видишь, что растет трэш, и ты получаешь дополнительный урон. Эника. Вообще, как можно трэш-танчить от фрейма босса в 9 метрах? Это же пиздец. Пиздец, это кидать боб на сурке на кота. Ладно, давайте. Быстрее ресаемся, быстрее бафаемся. Мизантроп, ты в РК? Да, я здесь. Оставайся добивать големов. Я слышал. Дайте маунта. Выходите за линию. Роял Такер. Роял. Заходите за линию. Эника готова? Все готовы? Макгрегор, начинай. Давай, иди на позицию, начинай. Кто раньше не пуляет? Пуляй. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Несал, метку назад. Отошли от фрейма босса, отошли от фрейма босса. Вары, крикните на хп, или я сейчас буду давать гп. Не забывайте кричать, отошли в квадрат, уже в рейде. Ничем метку. Ой, блин, забыл повесить частицу. Стали в квадрат, банановая клетка. Метеор, побежали.
Банановый, поднимай Ройлда. Банановый, подними Ройлда. Макгрегор, прозаходи, прожимайся, заходи, рейд. Баф Вара. Бля, сорян, сейчас захилю. Крик не дали. Значит, всем варом ГП. Заходите. Заходите пока. Ройл, да, забафай, теперь стабаф лапу, каску. Секьюрити метку назад. Сама. Беги, малышка! Будет метка. И в портал, не в портал. Блять. Ты че? Да ничего. Рост. Метка. Кирс метка. Метеор там бежали. Во тьме рост. Смотрим лужи. Жвлад метка. Лужи нормально. Мизантроп метка. Свет переключились большого голема. Мелкий мелкий трэш. ТП метку назад. Тали квадрат. МС, прожимай, когда с метки выбегаешь. 5 стаков на тебе. Жесть. Убежали. Свет бьем, только большого голема. Сейчас мелкий трэш. Зерил прида метку назад, сам себя диспелишь. Как улипал, классно убегает с квадрата. Могу даже хили БДК сейчас. Альпич метку назад. Стали в квадрат, бейте мелкий трэш. Эника, каплю на гелда. Каплю на гелда сейчас. Побежали для метеор. Нажал мастер аур. Иннер 15. Живи. Иннер и Фокасаку. Смотри, ставь сейчас ТТ маны. Альпич гим на ману. Мизантроп, подымай Керза. Пристабав лапу интеллект ханту. Эника каску дашь ханту, лизин тэма на семетку. Побежали метеор. Мисао, снимай дух. Сняла в дух быстро. Войт Мисао. Кратик, это зайти во тьму. Менелтер метка. Когда зайти во тьму? Сейчас у нас лезвие, лезвие. Нет. Бейте мелкий трэш, вырос. Ролд. Проходи. Мисао, давай, через хвост прожми что-то, зайди. ТП метка. Стали в квадрат. Сейчас дам сакру на перебежке. Побежали.
смотрим лужа. Отошли в квадрат. Альпич метка. А, нет, Войт метка. Добивайте босса. Да, добивать, я отхилился. Там, короче. Да, все равно. Я не смотрю даже за процентажом, так что... Бля, Вара, вы заебали, блядь. Я умираю, ни крика, ни этого, блядь, не стакайте, ни хрена. Так, так считаешь, может ГПМ кинуть? Конечно, кидай, и мне тоже кинь. Ладно. Победил. Заебали, блядь, не стакают, ни хрена, нет, не кричат. Да сам ты не кричала на ХП и не стакал раскол. Чешую надо кому-то? Не сало, это ж приз, блядь, какой раскол, какой ХП. Ты вообще не понимаешь, как троллим, да, люди? Да, не понимаю. 34 серебра починится. Мили чешка, мили подвеска. Че, идем, что делаем? Можем еще пойти в ВК там. Ну, давай еще рыску. Ну, давай, попробуем. А, поздно уже. ВК, го. Не знаю, сейчас посмотрим. Ульду. Целка еще, жизнь сходим. Или целка можно. Можно наркс. Мы наркс так и не сходили. Зутипка, ты это на ЕП? Да. Ну давайте попробуем еще одно собрать. Это в принципе 40 минут. Я насчет танка не обещаю, там в крайнем случае, только потому что у меня уже 5 час утра. Слушайте, если смотрите. Так, я накинул ИП, можете ливать, оповещение выключено.